Администрация села Князевколевского района 10 лет боролась с разбитыми дорогами, не покрытыми даже щебенкой. Латали чем могли и как могли. Кошмар закончился, как только в селе началась реализация проекта «Хорошие дороги для всех». Ремонтные работы уже идут и должны завершиться в течение нескольких дней. За то, чтобы этот участок отремонтировали, местная администрация боролась больше 10 лет. Раньше, говорят, ездить было невозможно, то и дело случались неприятности, тем более место рисковое, Т-образный перекресток. Теперь руководство надеется на безопасное движение по новым дорогам. Улица оживленная, каждый день по ней проезжает транспорт и проходит большое количество пешеходов. Порционе де дром, который акума есть на лукру, есть порционе де дром импортант, деоарче... face legătura între școală, grădiniță, cu drumul central, adică traseul R34. Din punctul nostru de vedere este important deoarece traversează autobuzele școlare, trec pe aici și este pericol tot timpul, ba o groapă și deci avem neplăcere în legătură cu aceasta. De aceea, anul acesta, suntem bucuroși că anume am reușit măcar acest moment să-l reglementăm. На дорожные работы в селе Князевколевского района правительство выделило порядка миллиона леев. На эти деньги удалось отремонтировать более 300 метров дороги. Мы начали лукрерли, два зили в урме, сектор де дром и 330 метров. Мы репарим этот сектор де дром, ку адаугаря у нустрад де петриш, два стратур де асфальт. Лукрерли ворфи индеплинити паркурс де 2-3 зили. Для жителей села новые дороги – сказка, в которой они не ожидали оказаться. Как нравится, конечно, это приближаемся немножко к городским условиям. Все село хочет, чтобы все село было асфальтировано, понимаете? Вот. Пенсионеры идут в магазин, дети, вот, чтобы было приятно. Только хорошие думаю. И спасибо правительству, что выделило деньги на эти дороги. Вот к школе детка будут ходить чистенькие ножки. Да и люди, да и старики по этой дороге, да и к садику, да и к магазину прямо дорога. Это очень хорошо, это прекрасно. Обновим Марлен Рок, и проект «Друмуль Буни» с дерулязом Айдепартин «Интрега Републик», что ажунс шла ной ин сад. Suntem foarte mulțumiți guvernului că au găsit în aceste perioade foarte grele bani și aloc atenției și persoanelor din care locuiesc în zona rurală. Sperăm că pe viitor acest proiect să aibă derulare în continuare și, cu Doamne ajută, să avem în mai multe sate drumuri bune. Напомним, проект «Хорошие дороги для всех» продолжается в этом году по инициативе президента Игоря Дадона. В рамках этой общенациональной программы отремонтируют артерии более чем в 1000 населенных пунктах. На восстановление дороги из госбюджета было выделено около 6 миллиардов леев.